что нужно для проведения крутого забега. Париж. Развитая инфраструктура, сертифицированные трассы, именитые спортсмены, тысячи и один круассан и километры багетов. А что, если я скажу вам, что это не тот Париж? Россия. Село Париж Нагайбакского района Челябинской области. А это Гриша. В Париж приезжают тысячи спортсменов отовсюду, и я здесь уже в седьмой раз. Ведь Париж – это самое спортивное село. Парижский полумарафон – социальный проект, создан в 2016 году. Уже седьмой год подряд мы проводим наш полумарафон, и теперь Париж стал точкой притяжения нескольких тысяч участников со всей России и не только. А количество спортсменов превышает население самого села. Так мы знакомим гостей с культурой Урала и уникальным народом нагайбаками. Я сейчас в местном музее. Это настоящая казачья нагайбакская изба. Так, а это что за экспонат? Да это не экспонат. Это мое. Я же тоже бегу. И мы бежим. И даже гуси бегут. Кстати, гусь – это символ забега. Про него написали рэп и даже комикс сделали. Всем очень понравилось. И пусть кому-то мешаю, я, но не угомонюсь. В Париже даже магазины спортивные. Здравствуйте. Здравствуйте. Спортивное питание есть у вас? Да, конечно. Вот протеиновые батончики. Там у нас на разлив есть изотоники. Седьмой полумарафон прошел отлично. Было много всего. Зрителей, артистов, губернатор тоже был. Спасибо. И олимпийский чемпион. А еще волонтеры, много тканей, макароны, открытки, бутылки воды, медали и, конечно, победители. Ла финаль. Понравился видеоролик? Закажите расчет вашего проекта на сайте ruvision.ru. Чик-чик.